Книга «Открытым оком», тема «Ереси секты», вопрос 761. Можно ли принимать в дом еретика из Богородичного центра, если этот человек был когда-то лучшим другом, верным и надежным? Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. 2 Иоанна, 1 глава, 9 по 11 стихи. «Всякий, приступающий к учению Христова, не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христова имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Псалом 54, 13 по 15 стихи. «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что и я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы, ходили вместе в Дом Божий». В любом деле и разрешении его нужно первым делом определить незыблемые столпы, а потом приступать к возведению стен между ними, которые могут быть из разного материала, но столпы должны оставаться монументально неприкосновенными. В данном случае таких столпов два – не принимать в дом, не приветствовать. Все остальное касается его, как не обратившегося к истине, и зависит полностью от него, чтобы изменить ситуацию в наших взаимоотношениях. С этим человеком можно встретиться, прогуливаясь по берегу океана, если веришь, что он не зарежет тебя. Попытаться достучаться до лежащего под завалами еретичества. В нашем противосектантском материале и в следующих книгах «Открытым оком» найдите пространный ответ, как беседовать с этим человеком. Повторяю, что успех может быть только при непременном условии того, что для этого человека Библия является абсолютным и непререкаемым авторитетом. До старообрядцев, беспоповцев, не признающих Библию за авторитет, достучаться абсолютно невозможно.